Доброго времени суток. Меня зовут Александр Нугаев, я проживаю в городе Озерске в Челябинской области. И я обучаюсь в Озерском государственном колледже искусств на отделении музыкального искусства. Я играю на ударных инструментах 7 лет. Впервые побывав в классе ударных инструментов, я понял, что служу с этим свою дальнейшую жизнь. Именно это мое призвание. На данный момент я не представляю ни дня своей жизни без занятия музыкой. Я скажу без преувеличения, это моя жизнь. План на будущее. По окончании колледжа я поставил себе цель поступить в РАМ имени Гнесина. Так как побывав там однажды и познакомившись с мастерами, я понял, что это моя будущая семья. Произведение, которое вы сейчас услышите, является для меня важным этапом достижения успеха творческой деятельности. Ведь концертина являлась одним из произведений госпрограммы моего преподавателя по специальности. После того, как я исполнил концертина Гасана Рзаева, мой преподаватель сказал: ученик превзошел учителя. Буду очень рад, если представленное видео доставит вам удовольствие. Thank you.